будет больно. Еще разочек. Да! Вот так! Красава! Не жди папочку скоро, Илай. Давай! Давай! Мы закрываемся через 10 минут. Я в курсе. Мне московский мул и два бокала того, что пьет та дама. Она из розового дерева. Вручную вырезана итальянскими мастерами. Знаешь, как говорят, не пытайся остановить руками несущийся поезд. Ну да. Но только не тогда, когда на рельсах застрял... 8-летний паренек. Ты спас его? Нет, это он спас меня. Ну да, сегодня 30-я годовщина того, как я спас его от неминуемой смерти. Но потеря пальцев и деревянная рука — это небольшая цена. Но каждый год я люблю чтить эту потерю, напиваясь до отключки. Присоединишься? Да! Да! Офигительно! Нравится? Нравится моя деревяшка! Еще! Я все так ослаб. Может, тормознем и ты сама поработаешь? Еще разок. Да. Ну ладно. Да! Я кончаю! Кончаю! Я прикончу тебя! Эш против зловещих мертвецов. Смотрите в ноябре на voproduction.com.